Погнали покупать папайю. Привет из Нью-Йорка, в общем. Стоит она здесь недорого. Чуть дороже дыни или арбуза. Честно говоря, цену не помню. Что-то доллар с чем-то за паунд. Сейчас проверим. Я был прав. $1.69 за паунд. Вот она, папайя. $4.10 вышло примерно. В общем, стоила она недорого. 4.10 примерно. Она мне напоминает средний между дыней и вареной морковкой. Сейчас вам срежу. Она красивая очень внутри. И она очень легко режется, как масло прям. Сейчас я вспоминаю Юлию Высоцкую. Посмотри, какая красота. Это семечки. Они довольно-таки твердые. Вот. Пахнет очень ароматно. Она очень сильно мне напоминает вареную морковку и дыню. Но у кого-то, может быть, другие ассоциации будут. Польза? Да я не знаю, если честно. Почитаю. Она вкусная, эта папайя. Но это на любителя. Потому что не всем она нравится. Но если нарезанная и она вот лежит, то почему бы ее не перекусить? Я даже не помню, есть ли она в Магнитогорске в продаже. Так, ладно. Косточки эти потом доубираю. Вот так вот. Косточек много в ней, кстати. Правда, ее давно не ел. Я не особо большой любитель папайи. Что-то как-то я больно большой кусочек отрезал. Нет, не морковка. А дыня. И я даже не пойму, с чем. Но что-то такое знакомое есть в ней. Вкусно. Я не знаю, как описать вкус. Папайя. Как папайя. Вкусно. Давно не ел. Прям хорошо. $4 такая стоила, но это недорого для Нью-Йорка. Блин, лицо потом умывать надо. Я перчатки еще приготовил, как деловой. Угу. Еще бы я про них вспомнил, про эти перчатки. Ну что, тогда доедаем половинку папайи. Че, раз уж начали. Да? Сейчас только надо от семечек ее почистить. Что еще интересно про нее рассказать? Сейчас она чуть дороже, наверное, не сезон. Но обычно она прям вообще недорого стоит. Сегодня я покупал доллар с чем-то, $1.69 за паунд. А так она прям вообще недорогая. Иногда прям поштучно продают. Доедаем уж раз начали. Половинку, да? А вы пока за меня порадуйтесь. Правда, давно не ел, вкусно. Что же напоминает? Манго напоминает, наверное. Больше манго похоже. И дыня. Мне казалось, что раньше вкус вареной морковки, но нет. Вообще близко не похож на вареную морковку. Так что я ошибся. Иногда бывает. Странно, а чего я ее не брал? Да здесь только фруктов, знаете. Что-то другое. Киви вот 2,50 коробочка стоит, например. Но это же дешево. Там 5-6 штук есть точно. Драконий фрукт тоже вкусный. Кожура тонкая, нежная. Легко откусить. Извините, что чавкаю, но скромно кушать не получается. Знаете, как некоторые там, чуть ли не банан ложечкой. Я по-простому.
Я извозился здесь, но оно того стоило. С вами был Вася из Нью-Йорка и Папайя. Всем пока. Вкусно, супер-супер. Вообще, зря давно не брал.